Всем, ребят, привет! Сегодня у нас очередной выход, и выехали мы за пределы Самары, Самарской области. Проезжаем вот такой вот зачетный у нас населенный пункт. Очень такая забавная вывеска — мусорка. И, между прочим, она очень-очень древняя. Но мы мимо проезжаем и едем на встречу с ребятами. Сегодня копаем пятером. Вот, так что держим путь. У нас еще примерно где-то час на дорогу уйдет, так что двигаемся. Позади меня древняя-древняя церковь. Ее реставрируют. Место классное, здесь бы походить. Ну а так, дальше двигаем. Движемся мы, ребята, вон за той малюточкой. Это сегодняшний наш навигатор к месту назначения. Там три комрада сидят. Между прочим, один очень приятно узнал. Говорит, что регулярно меня смотрит. Так что, ребята, смотрите и вы тоже меня. Подписывайтесь на канал. Довольно-таки интересные бывают эпизоды, находки, реликвии. Двигаемся. Итак, ребят, наконец-то добрались мы до одного назначенного сегодняшнего места. В принципе, приехали на разведку. Не знаю, копали здесь, нет. Но, в принципе, сейчас все и будет видно и ясно. Все у нас оборудованы. Сегодня у нас будет 3705 Асечка чемпион. И мой непонятно какой, еще никому неизвестный прибор, макрорейсер. Так что посмотрим на сегодняшние результаты копа. Так что смотрим, смотрим, еще раз смотрим. Итак, ребята, издалека я увидел такой домик. И сейчас я к нему направляюсь. В надежде, что наши братья-комрады здесь еще не бывали. Но какая-то тропинка наложено, видно, уже здесь хожено. Но все равно зайдем, посмотрим. Отсюда вижу уже все шурфленно. Ладно, сейчас зайду, а то здесь бурьян такой неудобно. Ребят, забрался я сюда. В принципе, здесь очень хорошо пошурфили, очень хорошо. Печку разобрали, все расковыряли. Но я все равно сигналы здесь сейчас посмотрю. Авось, может быть, что-нибудь здесь и потеряли при поиске. Жалко, конечно, жалко. Но все равно глянем. Итак, ребята, здесь вот все пройдено, но я думаю, нужно здесь будет действительно еще поглубже сделать, потому что комрады все здесь наспех сделали. И перед входом вот здесь вот я убрал доски, одну откинул туда, одну сюда, и здесь очень много водочных пробок, видно, комрады сюда скидывали. Был сигнальчик и поднял вот такие вот часы командирские. Это такая вот находка. Командирские часики показывают 20 минут первого. Зачетная находка. Зачетная. Возьмем, может очиститься. Посмотрим. Ну а так продолжаем. Итак, ребята, Дмитрий ушел, он расстроился, поднял здесь копеечку 60 какого-то года и сказал, что современный дом. Но я же настырный,
я остался в этом месте, поднял несколько монеток, но с одной монеткой я сразу расстроился, вот с этой, это у нас 10 копеек, другая монетка советская, вот, и ничего особенного, но я продолжал копать, выпал вот такой вот кругалик, до последнего я ничего не снимал, потому что думал, что какая-то обычная шайба, потому что слишком толстая. Решил потереть, и вот смотрите, что здесь проглядываются вензеля и веточка. Это означает, что это, судя по размеру, наверное, двушка Екатерины или Елизаветы. Вот такая зачетная монета. Классно. Я уже доволен. Хотя сами видели, что здесь у нас все шурфленое, но всегда что-то остается. И первым делом я начал бомбить около входа. Но почему, отвечать вам смысла нету, сами должны знать. Хотя, может, воспользоваться случаем. Многие спрашивают, как шурфить вот такие вот дома. И я вот думаю, может, вам все-таки рассказать, когда вы попадаете в такие дома. Не знаю, будет у меня возможность еще или нет. Но все же, если вам интересна данная тема по таким вот домам, когда находите такой дом, с чего начинать, как шурфить, а где заканчивать и где в основные осуществляются у нас находки. Я, конечно, в этом деле уже немного понимаю. И всегда в таких домах, пусть они даже и выбиты, я всегда нахожу находки. Так что пишите в комментариях, интересна вам эта тема или нет. Будем тогда осуществлять такое видео именно для тех, кто хочет найти что-то интересное в таких домах. На улице у нас очень-очень жарко, из-за этого я и не хочу выходить на улицу. Ребята ходят по улице, ну я здесь. Как вы видите, результаты есть. 3 монетки, часы командирские. Я думаю, результат уже налицо. Пустым я отсюда не уеду. Так что вот так вот. Ну ладно, продолжаем. До следующей находки, потому что я только начал вход бомбить. Да, кстати, немножко скажу то, что вход обязательно нужно всегда бомбить в первую очередь, потому что люди, когда заходят в дом после дождя, снега и всяких такого рода ненастий, они первым делом заходят, отряхиваются, снимают с себя одежку, возможно, здесь была вешалка. Естественно, я здесь тоже буду шурфить, потому что здесь была вешалка, или же здесь, скорее всего, здесь вешалка была. И в первую очередь нужно всегда бомбить вход или место вешалки. Раскрыл я вам небольшую тайну, секретик, хотя многие уже, наверное, это знают, но все равно поясню. Ну все, дальше копаем. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении нового выпуска. Итак, ребята, да, я еще в этом доме. Находки немножко постепенно прибавляются. Выкопал еще монеток несколько. Вот такой вот значок. Ну, погоди. И выпала монета очередная. Ну, монетка советская, но интересно тем, что это у нас юбилейный. 50 копеек с протянутой рукой. Вот такая вот монетка выпала. Ну, ладно. Потихоньку, полегоньку, ну и все идет у нас неплохо пока. Продолжаем.
Итак, ребята, решили мы перебраться на третье место. Сегодня у нас день разведок, новых мест. В одном получилось тухленько, советики. Здесь вот, в принципе, неплохо. Но все-таки надо и новое место исследовать, третье. Вот, кстати, Леха поднял пятак екатериновский прямо на дороге. Диман деньгу, там 1-2. В общем, неплохо здесь, неплохо. Можно было здесь остаться, покопать, но все-таки у нас сегодняшний день именно чисто разведки. Так что сейчас посмотрим, съездим на третье место. Если что, съездим на мое место. Ну все, все, уезжаем. Вон ребята уже подъехали. Сейчас мы дернем. Ну все, смотрим. Итак, ребят, проезжаем вот такую конструкцию. И он действующий. Это у нас журавль называется. Или иногда еще аист. И вот он действующий. Вот такие вот места еще у нас бывают. Движемся на выезд к новому месту. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп. Третье место получилось неудачно, совсем-совсем отстойное. Почему? Потому что здесь очень сильная травка. Фундаменты есть, но их нужно обследовать. Один я обследовал, там чисто советский. Поднял 3 ложки, значок. В общем, лабуда всякая. Сейчас я вам покажу находки, которые мы сегодня сделали. Копали мы сегодня впятером, но находки у 4. И сейчас к находкам, так что смотрим. Ну а по находкам у нас получилась вот такая вот небольшая кучка. Несколько находок радует. Это вот такая вот здоровая конина. Конина на слона. Здоровая такая. У каждого практически по одной достойной находке. Это у нас один комрад с достойной находкой. Это у нас Алексей. У него тоже достойный такой вот пятак. Поднял он прям на дороге. Затем у него вот такая вот деньга. Сохранчик убитый, но все равно. Вот такая пуговка-гирька. Дмитрий у нас сегодня ничего особенного. Единственное, что у него вот такая деньга. Вроде неплохая курица. Вон, смотрите. Достаточно редкий экземпляр. Вот такой вот. Но у меня получилось чуть-чуть получше. Но по характеру ничего особенного. Все, что достойно, это вот такая вот двушка Екатерина. Ну, в принципе, неплохой сохранчик будет. И вот такое вот количество советов разной эпохи. 2 значка, вот такой вот значок. Ну погоди. Вот такой вот значок интересный. Умею плавать. Не знаю, что это за значок. Ну, петлица, инженерные войска или же саперы, что-то в этом роде. И поднял вот 3 ложечки нержавейки. Ну и вот такие вот зачетные часики. Это у нас командирские. Ну, в принципе, вот так вот у нас получилось по находкам. Ничего особенного. Но сегодня ездили просто разведать места. Из 3 мест 1 более-менее такая точка, куда можно вернуться и основательно поукопать. Но вот эти вот места ничего особенного. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп. Все банально, все как у всех. Всего несколько достойных находок. Это пятак Екатерины 1773. А затем двушка екатериновская в очень хорошем состоянии. 2 деньги. Вот. Ну и в принципе на этом по старине все остальное, все советы. Ну на этом я и закончу свои похождения. Выехали мы очень далеко, то есть за пределы Самарской губернии. Даже уехали за Ульяновскую область. В общем, отъехали мы далековато. Обследовали, отдохнули. Сейчас возвращаемся домой. Ну все, пока, всем удачи, подписывайся, если не подписался, комментируй обязательно. Вот, так что, если что-то интересное хотите увидеть, пишите. Я насчет этого видео постараюсь запилить и выпустить. Так что все, на этом пока, удачи, всем хабара побольше.